Они все помнят, как вчера. Наталья и Дмитрий Якименко. Образцовая ячейка общества. Классический сценарий счастливой семьи исполнен по всем принятым канонам. Все началось 14 лет тому назад. Мы вместе учились в одном учреждении учебном на параллельных курсах. Дружба плавно перетекла в любовь, а дальше в создание совместного быта. Венцом всему стало официальное оформление отношений. Мы пошли, рассказали родителям, что вот мы готовы создать семью. И уже через пару месяцев заявление было в ЗАГСе. И уже буквально летом мы сыграли свадьбу. Одна фамилия на двоих, общие заботы и радость. И уже третий ребенок. Что еще нужно для счастья? Тем не менее, по такому классическому жизненному пути сейчас спешат пройти не все. Официальная статистика наглядно показывает, количество регистраций в Смоленской области идет на спад. Марш Мендельсона и крики «Горько» за 2018 год прозвучали чуть более 5600 раз. А это меньше показателя 2017 года почти на 800 случаев. Что это, временная тенденция или повод бить тревогу? Такую тенденцию, я считаю, она связана с тем, что молодые люди вначале стараются получить хорошее образование, профессию, как-то утвердить себя, стараются себя материально обеспечивать и уже потом думают о создании своей семьи. В Смоленской области наибольшее количество брачных союзов совершается людьми в возрасте от 24 до 34 лет. В целом, такая тенденция характерна для большинства развитых стран. Не спешить и подготовиться к содержанию семьи – разумное решение современных молодых людей. Но как быть, если свою вторую половинку удалось повстречать не сразу? У нас и бывает, что регистрация браков и за 70 приходит к нам. В таком возрасте и устраивают торжественное бракосочетание, то есть с гостями, с кольцами. Но затягивать женитьбой все-таки не стоит. Как и для любого благого дела, тут потребуется и жизненная энергия, и готовность приложить некоторые усилия. Ведь крепкая семья – это как счастье, так и ответственность. Психологи напоминают, что свадьба – это не только подтверждение зрелости обоих партнеров, но и необходимый шаг, без которого дальнейшее развитие отношений невозможно. Алекс Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.